Очень тяжелая игра, учитывая наши кадровые проблемы, которые были перед этой игрой. Но в целом ребята справились, игрой доволен. Хорошо забили быстрый гол во втором тайме. И, в принципе, хорошо оборонялись. Но ошибка привела к тому, что мы дали шанс Ислачи, которая стала использовать длинные передачи, забросы. В антропометрии мы проигрывали этой команде, поэтому было тяжело, но я очень рад, что справились и добились победы. Важный в том плане – это ближайший у нас конкурент. Плюс, учитывая то, что у нас сейчас две игры на выезде, очень тяжелые будут, так называемый Boxing Day очередной. Поэтому ребятам огромное спасибо за игру. Было много моментов нереализованных и много моментов наших ворот. Что вы говорили ребятам по этому поводу в раздевалке? Ну, в таких моментах, конечно, нужно быть похладнокровнее. Это понятно еще все-таки, скажем так, дети, где эмоции захлестывают. Иногда нужна холодная голова в таких моментах. Но над этим будем работать. Я думаю, это все придет со временем. Ну, получилась достаточно неплохая игра с обоих сторон. Были моменты и у нас, и у Ислачи. Соперник продемонстрировал достаточно силовую игру. Много диагональных передач было со стороны Ислачи. И очень важно было выиграть зону подбора. Очень много зависело от наших центральных полузащитников. Но, а так, мы продемонстрировали достаточно неплохую игру и смогли добиться желаемого результата. Эта победа для нас была очень важна, потому что Ислач – один из наших конкурентов в борьбе за проход дальше во второй лиге, в следующую стадию в плей-офф. Мы их уже опережаем на 7 баллов, и дальше нужно готовиться к следующим играм, держать эту дистанцию, чтобы не уступить. У нас достаточно молодая команда, и я думаю, что еще не хватает немного опыта в таких ситуациях, где, чтобы игроки доводили последнюю передачу. Все придет с играми. Больше надо играть, игровую практику получать. Что говорил тренер во время перерыва? То, что нельзя расслабляться, сейчас будет очень тяжелый второй тайм. И то, что нельзя упускать эту игру. Первые минуты надо было сыграть, может, даже попроще, чтобы не допустить ошибок в обороне. И быстрый гол в начале. Да, у соперника был момент, но не забиваешь ты, забивают себе. После этого момента мы сразу же забили гол, и в дальнейшем нам было намного легче.